Скажите, кто сегодня на церкви впервые? Вау, отлично, кажется, большинство. Мы очень за вас рады. Сейчас мы споем «Кантику де Санта Мария Пунтисимус кон канентес». Споем вместе.
Спасибо. Спасибо. Вообще мы стараемся обязательно проводить в наших концертах какие-то, знаете, специальные точки, так называемого колеса года, всем известные несостояния и равноденствия. Как раз сегодня у нас день осеннего равноденствия, вы знаете, то есть это, можно сказать, официальное астрономическое наступление осени, и как раз об этом наша следующая композиция. Берегись. Thank you.
Все-таки мало места для нас, да, мы оставили. Ну, будем знать. А наши ряды, ну, кто за нами давно следит, пополняются. И я хочу позвать на эту сцену нового участника ансамбля «Царь Пува» Антонию Шилову. Она только сейчас уже въезжает в наш материал с Санкт-Петербурга несколько номеров. Вот сейчас будет «Кантина де Санта Мария Кома Кода Кэта Скунис». Thank you.
А мы, кажется, пропустили самую нашу любимую песню застольную «Интабер». Песня из репертуара «Баган». Скажем так, людей образованных, но так и не получивших такого места в иерархии церковной. Поэтому такие они были бродяги, ходили там по тем же самым табернам, собственно, о чем будет следующая композиция. Ну и слагали, да, известные им латыни, которая вообще предназначалась для богослужений. Различные светские песни. Thank you.
Сейчас сыграем, может быть, самую популярную песню в эпохе Средневековья «I Wish for Love». Я видел волка, зайца и лису в лесу, которые танцевали вокруг дерева. Волк гнался за лисой, лиса гналась за яйцем. Зайцем. Композиция как раз из репертуара деревенских танцев – это конский бран. Предположительно, он имитировал, сам танец, да? Имитировал движение коня. Вот. Движение мы вам не покажем, потому что сами не знаем. Thank you.
И она имитирует свое движение крестоносца, чуть выше, поднимемся. Ну, вы сейчас услышите. Троттер. Thank you.
Танец хороводный. Так что танцуют все.
Анатолий Шумилов. Специально аплодисменты Евгения Куваева, тромбон. А сейчас как раз песня из нашей первой композиции, которую мы сделали, но в новой аранжировке. Это Stella Splendors, тоже из красной книги «Стелла Мастера», и повествуется о чудодейственном образе Пресвятой Богородицы, который находится в Гаре Монсаррат. Потому что не успела. На самом деле я шла по улице, был какой-то фестиваль в городе, и они перевели цирк.
Я говорю, боже мой, что это? Это же потрясающе. Сработаешь ли? Я хочу сделать им концерт. Все, мы не знакомы. Потом уже я узнала, что в составе есть музыканты оркестра Ивановского музыкального театра. У нас здесь много поклонников с театра. Вот, то есть в составе группы играют музыканты музыкального театра. Вот, и мне кажется, концерт получился, и Марк крутой, и все крутые. И я думаю, что не последний. И вообще в атмосфере музея это максимально интересно, как будто на машине времени они сюда вот откуда-то появились, и, по-моему, очень точно вспомнилось. Спасибо. Спасибо, что пришли. Обратите ваше внимание. А сейчас буквально на ход ноги «Лос Бурдрикос» тоже песня из репертуара сефардов, тех самых несчастных выгнанных из Испании евреев. Она называется «Лос Бурдрикос».
хорошо, ждет Александр за вас и жду. Александр, я рада, что вы сделали прекрасный музей. С вами была Александр Григорьевич Александр Курбатов.